Друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал, и мы начинаем. Состояние госпитализированной с двусторонней пневмонией Надежды Бабкиной продолжает оставаться тяжелым. Сейчас артистка находится в частной клинике столицы, где за ней наблюдают лучшие медики. Выяснилось, что сутки лечения обходятся ее близким в весьма солидную сумму – 25 тысяч рублей. Журналисты узнали, что исполнительница сама приехала в клинику, а ее членам ее семьи пришлось внести аванс в размере 300 тысяч рублей, чтобы знаменитость приняли на лечение. Если бы ее доставили на скорой помощи, эти расходы были бы покрыты по медицинскому полису. Сейчас больница, где находится Надежда Георгиевна, перепрофилирована для пациентов с коронавирусом и пневмонией. Других больных там пока не принимают. Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски, и на этом мы с вами прощаемся, всем пока!